Ребята, привет! Итак, это уже второе видео по моему челленджу. Напоминаю, для тех, кто первый раз смотрит, цель моего челленджа – дойти до заработка в $100 в день именно на криптоиграх, на NFT-играх, как их называют, там, и все это сделать без вложений. На прошлом видео, кто не смотрел, была такая промежуточная цель – докачать штаб именно до 18 уровня. Докачал я уже до 15-го, с 4-го уровня, ну, где-то это я день-два занимался этим, ну, не полный день, естественно, так, в промежутках, потому что куча других дел. И смотрите, для тех, кто, опять же, первый раз смотрит, здесь можно было, я на своем телеграм-канале рассказал, там есть раздача от этого проекта, и там можно выиграть, разыгрывается $10 000 среди тех, кто прокачает первым до 18 уровня штаб. Ну, плюс там плюшки, они раздают свою крипту. Тоже, ребята, кто еще не подписан, советую подписаться. Здесь, кроме всех там игровых проектов, есть еще NFT-проекты. Вот раздают. Сегодня буквально запостил, бесплатно NFT раздают от проекта. Здесь все подробные инструкции именно для новичков. Здесь я пишу, как делать там, как сделать кошелек, отвечая на вопросы, как проходить эти раздачи. Все это есть, все здесь собрано. Плюс, опять же, мы никто не знаем, будет дальше работать YouTube или нет. Поэтому подписывайтесь на Telegram. Здесь очень много проектов и всяких разных, не только игровых. Ну, плюс будем, напоминаю, конкурс среди ребят, среди подписчиков. Кто первым докачает, опять же, до 18 уровня штаб, тот еще от меня получает крипту 50 монет, которые можно отправить в стейкинг и получать пассивный доход. Уже один человек отписался, прислал скриншот, он даже создал альянс свой. Будем сейчас разбираемся, как нашим ребятам вступать в этот альянс. Как, для чего, опять же, альянс нужен? Для того, что, смотрите, там уже, как бы, чем дальше уровни, тем сложнее проходить, естественно, задания. Но можно некоторые задания проходить именно со своими ребятами, со своими друзьями из альянса. И так быстрее будем прокачиваться. Это как минимум один плюс того, что мы вступим в альянс. И плюс еще, естественно, там какие-то бонусы, там какие-то там ресурсы добавляются, ускорение. Это не будем сейчас останавливать. Так, сейчас соберем. Кстати, так, собрали мы ресурсы. В общем, ребята, смотрите, для того, чтобы не буду я затягивать это видео, здесь для новичков, смотрите, скачивайте эту игру. Опять же, цель даст дойти до 18 уровня штаба прокачать. Здесь все просто, все элементарно. Заходите там в задание, и у вас выполняете эти задания, и вам попадают, падают ресурсы, и вы выполняете дальше задание. Смотрите, внизу слева там задание, там что нужно сделать. И сразу вам подсвечивается, тут прямо нажать, там атаковать, там все, все это разберетесь элементарно. Дальше будем делать уже там именно гайды какие-нибудь там по прокачке, там или там по увеличению скорости добычи ресурсов. Это все будет в дальнейшем. И все это будет, естественно, поддерживаться нашим кланом, нашей, мной именно. Будем, опять же напоминаю, под каждым видео все ребята, которые активны, лайкают видео, подписаны на мой телеграм-канал, YouTube-канал, пишут комментарии, именно ну, пишут толковые комментарии с какими-то советами. Кто проходит эту игру, знает какие-нибудь там секреты, какие-нибудь там, ну, какую-нибудь там схему, как быстрее прокачать это все, как дойти там до какого-нибудь уровня, как быстрее там, например, там, здесь, кстати, прикольное сражение, я как-то вам покажу, тоже разберу. Довольно-таки прикольная игрушка, мне нравится. И плюс, опять же, на этой игре, у этой игры есть своя крипта, ее можно будет зарабатывать. Сейчас игра, можно сказать, на таком уровне, даже, наверное, не альфа, там, бета, может, тестирование. И сейчас мы прокачиваем свой аккаунт. Естественно, потом уже можно будет эту криптовалюту, которую мы здесь зарабатываем, из титаниум, обменивать на их крипту, которая уже будет торговаться именно на биржах. И уже можно будет зарабатывать, там реально переводить ее в реальный там фиат, кэш, там, на карту переводить. Там все это расскажу в дальнейшем. Пока конкурсы, смотрите. Давайте, ребята, опять же, основной конкурс — это как только набирается 50 лайков, 50 комментариев под видео, я разыгрываю 50 монет. Ну, крипту разыграю, которую можно отправить на стейкинг. И плюс, опять же, для тех, кто собрал награды там какие-то, что-то там уже заработал. И плюс для тех, кто первыми прокачает, первые три человека прокачает до 18 уровня штаб, тоже раздам по 50 монет. И тоже будем постоянно увеличивать награды, будем постоянно вознаграждать наших ребят. И смотрите, здесь советую тоже не только в игры играть, но еще и зайти на мой
телеграм-канал и здесь ознакомиться с основными проектами, которые сейчас, на которых, опять же, без вложений можно зарабатывать криптовалюту. Итак, ребята, я не буду затягивать. Давайте, кому понравилось данное видео, кто будет участвовать в конкурсах, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мои видео. Под видео будет еще тоже интересное видео, в которых там, например, можно заработать криптовалюту, которая будет торговаться, там раздают 200 монет, и по доллару она, возможно, будет торговаться, и поэтому можно считать там за регистрацию, заработать там 200 до 200 долларов в криптовалюте. Поэтому смотрите в описании там все проекты, все там интересное. И я думаю, на этом все. До новых встреч!